Мой сын думает, что я работаю волшебником. Кругом все огнем и жаром пышет. А ты как витязь. Только в руках вместо копья длиннющая кочерга. Сам в жаропрочную броню одет. На голове шлем богатырский с защитным забралом. Я примерно так сыну про свою работу рассказывал. Но в сказках герои с огнедышащим змеем борются. А мы же нашего Горыныча наоборот. Холим да лелеем. Не враг он, кормилец. В детстве зачитывался журналами «Техника молодежи», «Юный техник», а больше всего любил читать про вечный двигатель. Тогда об этом часто писали. И мне, пацану, казалось, что еще чуть-чуть и вечный двигатель вправду изобретут. А самой большой мечтой было создать его самому. И чтобы об этом тоже во всех журналах написали. Даже что-то там придумывал, мастерил. Создать вечный двигатель мне не удалось, нет. Его так и не смогли придумать. Разве только у нас, на заводе. Наша печь – настоящий вечный двигатель. Производство непрерывное. На паузу не поставишь. Горячий сплав очень красивый. Необычно осознавать то, что сварили и разлили его именно мы. Сварила. Всегда восхищалась в детстве, как мама или бабушка колдуют у плиты. И из обычных продуктов с помощью им одним известных хитростей способны создать настоящие кулинарные шедевры. Когда выросла, поняла, что я сама могу так. И не только на кухне, но и на заводе. Плавильщик, что шеф-повар, по одному виду металла должен понимать, что происходит, что и когда нужно добавить. И сколь умной ни была бы техника, в конечном счете именно от нас зависит, каким получится этот бульон. У нас работа и простая, и сложная сразу. Скажете, в жизни так не бывает? Бывает. Растут высокие дома, мосты соединяют берега, рельсы сплетаются в железные дороги. Нет, не в сказке. Здесь, в жизни. Это и есть наша работа. Любой наш сплав, наша добавка помогает металлургам делать качественные стали. Наша продукция, помимо обычных сталей, используется для производства рельсовой и трансформаторной. Мы этот мир делаем прочнее и надежнее. А значит, в каком-то смысле мы и правда волшебники. Ну, сами посудите. Нашему заводу всего 10 лет. То есть он не наследие СССР, как все остальные металлургические заводы. Наш завод был построен с нуля, на месте бывшего литейного производства. Все 10 лет мы не стоим на месте. Сперва просто учились работать, плавить обычные ферросплавы, потом специальные, особые, которые у нас в стране никто плавить не умеет. Сегодня мы единственные в России, кто серийно выпускает особо чистые марки ферросилиция. И такие печи, как у нас, в России нужно еще поискать. Наш завод, конечно, не конфетная фабрика, но я бы сказал, образцовый. У нас нет металлургических отходов, вообще нет. Металлургический шлак перерабатывается в щебень и реализуется. Он применяется в дорожном строительстве и производстве бетона. Пыль от производства улавливается мощными газоочистками и возвращается в металлургический передел. Вода имеет замкнутый цикл. Нет сбросов ни в канализацию, ни в пруды-отстойники, ни тем более в водяные источники. По-моему, это магия какая-то, честное слово. То есть мы и производим металл, и бережем природу. Странно звучит, да? Обычно все привыкли слышать другое. А как иначе? Зачем все это, если ты и твои дети потом не смогут вот так просто пройтись босиком по траве, поймать рыбу или встретить первый летний рассвет? Конечно, наши печи сами по себе, без энергии, без сырья и, главное, без нас, металлургов, работать не будут. Вот мы все вместе и есть тот самый вечный двигатель. Это и есть настоящее чудо. Можно сказать, что наши печи и из нас, из коллектива, сделали настоящий сплав.
жизнь меняется, металл остается. И поговорка: каждый сам кузнец своего счастья. Осталось не гончар, не плотник, а именно кузнец. А тот, кто хозяин своей судьбы, хоть немного, но волшебник. Вот и мы, как настоящие волшебники, любим купаться в звездах. Мы любим стоять под дождем. Мы сами способны создавать рассветы и закаты. Работа, конечно, нелегкая. По щучьему велению не делается. Но мы свою дорогу выбрали сами. И не жалеем. А я, когда домой со смены прихожу, и ребенок спрашивает: «Ну что, победил дракона?» Я отвечаю: «Нет, сын. Мы с ним дружим».